Вы меня Иришей называете? Угу. Алло. Выиграла. Что это за черт? Какой картал, я не знаю. Наверное, зубы потерял и картает. Че потерял? Зубы, наверное, потерял. Как вы пришли? Да. Как вы пришли? Слушай, я 9 лет режим шатаю, вы вот что? Вы как? Так, торжественно, аккуратненько, торжественно делаем все. Да. Ну, вы можете хотя бы, да, начать, да, торжественно. Да. И выгребаем, да. Долго ждешь? Все ждем. А что такая буйная-то опять? Ты что, страх потерял? Я? Да. Что за страх? Завещание составил. Какое? Не знаю. Твое, что ли? Ну, будешь бузить мне? Что сказал? Выйдешь с участка. Сам иди отсюда. У нас человек, который не работает, на печеньке Госдепа живет. Сказочный долбоеб. Зачем его только из больницы выпустили? Если бы этот человек не приехал, ничего бы не случилось, да? Че себе? Нет, серьезно, на самом деле. Слопал. Я тоже уже стоящий. Не мешайте, пожалуйста, избирательному процессу. Давайте. Вы вообще можете отойти в сторону. Что данный член УИК отфотографировал полностью всю книгу. Чем нарушил законодательство Российской Вместе Федерации. Доказательства есть? Данными, да. Данными. Покажите. У нас мы предъявим камеры, их в суде. Я отлично. Не переживайте, ничего не будет. Вы что-то всех выбираете сегодня, не заметили? Так я бы вас потерял с удовольствием, но вы здесь стоите. Я вас быстрее потеряю, не волнуйся. Мы за на «ты» перешли? Нет. Ну все тогда. Ну, продолжайте работу. Я на «ты», вот и все. Ну, так если невоспитанное быдло, я что, виноват, что ли? Вы меня Иришей называете? Угу. Алло. Выиграла. Что это за черт? Какой картал, я не знаю. Наверное, зубы потерял и картает. Че потерял? Зубы, наверное, потерял. Алло, да. Кто, ты, что ли, мальчик? Ну че, так. Ты че? Где че? Не хочет Ирина со мной разговаривать? Что еще раз? Не хочет. Вы вообще кто? А в итоге то самое, тяжело, ну, не пустят? Нарываетесь, не пойму. Что делать? Нарываетесь. Я к вам со всей любовью, а вы против. Давай, хорошо. Вы же не понравитесь. Да, пока. А вы мне нет. Зря. В вашем возрасте уже не выбирают. Да, Толь. Да. В каком в моем возрасте не выбирают? У меня старческий возраст. Может, так. Догнать ему, в печень дать? Да, ну. Я могу. Для этого надо писать заявление. По-моему, он вообще... Ну, естественно, она не будет реагировать. Страх потерял. Угу. Это вообще... Так, ну что, шок-контент у нас сегодня? 23.7? Да, ваш участок? Или какой у нас? Да, да, да. Вы вчера были у нас. Знаете, да? Что у нас? Какие-то проблемы с подсчетом? Да. Какие проблемы? У нас проблемы. Рассказывайте. Хьюстон, у нас проблемы. Рассказывайте. Запутались. Где член комиссии с тщательным голосом от назначенного Дроздова? Ну, от Дроздова, где член комиссии? Это которая вот Калина? Да, где она? Она убежала. Куда она убежала? Ушла из школы. Ушла из школы? Да. А почему она ушла из школы? Что нам скажут сотрудники полиции по данному вопросу? А? Она сказала, что вы все нахалки. Вы все нахалки. Она стала обзываться. Ну что ж вы довели человека? Вот пришлось приехать мне, мы, значит, будем до завтрашнего вечера сходить результат. Вы уже в Ютубе есть все. Что, продолжим? Давайте, рассказывайте, на какой этапе, на какой стадии вы находитесь, что у нас с заполнением? Считаем, хорошо. Так, количество погашенных, где у нас форму внесено? Где у нас общая форма большая? Где количество погашенных бюллетеней? А где большая форма? Евгения, вы же знаете. Евгения. Александровна. Смотрите. Да. Вот это вот. Ну, вы довели человека, человек ушел. Приехала я. Мы никого не давали. Да тихо, девочки. Какого дня вы даете ее съемку? У нас есть место определенное для ребят? Нет.
На каком основании вы ведете видеосъемки? Там, где вам не положено. У нас есть определено место. Россия, у меня выборы идут. Отойдите отсюда. Что у нас с погашенными? Где цифры погашенных бюллетеней? Подождите, мы никак-то идти не можем. Так вы сначала погасите, а потом сходитесь дальше. Погасили. Ну, где цифры погашенных бюллетеней? Она должна быть внесена в увеличенную форму. Я жду, я не тороплюсь никуда сегодня, девчонки. Да. Вы не сможете, я понимаю, это тяжело. Давайте вызовем Рустама Азиповича еще сюда. Может быть, Игорь Николаевич, что по погашенным? Форму вносите. Вы обязаны делать все по вашей инструкции. Соответственно, мы берем инструкцию и делаем. Что по инструкции? Где погашенные бюллетени? Вы уже посчитали? Посчитали. Хорошо. Сколько их получилось? А мы считаем, что может быть у нас там... Может быть, такое было неоднократно. Алло. Поэтому мы, может быть... Да, Александр Петрович, короче, они у нас пока не сходят, не сходятся цифры. Есть предположение, что мы где-то в погашенных ошиблись. Ну, естественно, мы сейчас не знаем, будем ли мы пересчитывать все вместе или не будем. Но попробуем подвести результаты вместе со мной. Я думаю, как сможем, я отзвонюсь. Давайте, да. Так. Ну, давайте тогда, как говорится. Да. Да, она ничего с ней не будет, я думаю. Да? Ну, конечно, хорошо там. Ну, еще раз говорю, если там не больше, да, ну, то есть вы понимаете, что у вас лишних нет, да, то есть условно никто не прибежал и не скинул вам руку. Нет, я не понимаю. Если не больше, страшно ничего нет. Меньше вообще не страшно. Страшно только когда больше. Звоните, думайте. Потому что я за вас решение принимать не могу. У вас коллегиальный орган. Ну, давайте хотя бы посчитаем, сколько вы должны. Так, у нас получилось так, что один из актов за 18 число ошибочно составлен, неправильно. Сейчас комиссия будет принимать решение либо какой-то новый акт составлять, либо аннулировать за 18 число. Поскольку это их решение, возможно, посоветуются с руководством ТИК и что-то подумают. Так, ну что, вы думаете? Ну, в смысле, понимаете, что это такое, да? Нам, скажем так, по просьбам трудящихся разрешили голосовать 3 дня. Нам, может быть, даже разрешат 10 дней голосовать. Явка 45% будет, наверное, в этом году. Ну, то есть вот на этих выборах. И это одна из лучших явок за последние несколько лет. Да нет. Ну что нет? Вообще-то на всех участках вот такие уровни, вот там. Вот. Я вам говорю, явка будет за 45. Нет. Да не спорьте со мной, это уже результаты предварительные. Я предварительно. Да? Госдуму все. Вот за 2 дня у нас 15,1%. Еще раз, мы сейчас не говорим конкретно про ваш участок. Про я смотрела по интернету, в основном вот так вот везде. Ну, я думаю, что будет 45. Ну, посмотрим. Хорошо. На то, что минут 2 от 18 часа изменения среди тех, что может быть ошибка. Изменение какое мы вносим? Мы вносим в том, что мы допустили ошибку. В акте от 18 числа мы допустили ошибку и внесли вообще количество бюллетеней, которые в этом ящике находятся. Рассчитали туда... Так, мы сейчас должны тогда составить новый акт с учетом изменений. Мы отметим, что согласно принятому решению 19 числа данный акт составляем уже без 3 надомников. Да. Все, все единогласно поддержали, да? Да. Все, но решение надо оформить. То есть надо кого-то посадить, секретаря, чтобы он это решение написал. Слушайте, федеральные выборы раз в 5 лет. Давайте как-то, да. Нам только осталось посчитать. Так, мы родину с колен поднимаем, Владимир Владимирович помогаем, так что давайте, держитесь.
Ну, что значит превышал? Вот вы смотрите, вам приходят люди, которые тоже хотят поучаствовать в выборной кампании, посмотреть, как это но происходит. Не мешали, согласны? Что значит не мешать? Она член комиссии вещает на голосом. Вот мы да. наблюдатели, да? Да? Мы сидим и смотрим. Наблюдатели сидят и смотрят. Посмотрите. Да. А, значит, Тамара считает, а, значит, Галя ей бу-бу-бу-бу. И вот этот вот скандал начинается. Ну, смотрите, вы, вот у вас думаете, вот стоят, вот сотрудники полиции стоят. Нет, нет, вы ошибетесь, да. когда вы будете считать, их много вот этих. Я все людей. Понимаю. Ну, давайте нет. так. Вот. Вы просто ситуацию не видели. Я уже была не на одном уйке. Вы что, мне позвонить не могли? Она назначена Дроздовой, я назначена Дроздовой. Я что, приехать не могу? Только потому, что она мне ну, написала, значит, у нас тут конфликтная ситуация, я приехала. Ну, три дня, ну, еще раз. Мы не собирались да. даже контролировать. У нас своя да, работа. Мы хотели... У нас целью не было. Нормально, чтобы все от меня... Да. Но... Ошибки случаются. Решение есть. Так она нас обвиняла при этом. Ну, она-то думает, что вы умышленно. Вот сейчас идет подведение итогов, да? Ну, уже какие-то комиссии приходят. Естественно, будет интрига между нашими там едиными Россиями, КПРФ и всеми остальными. И да, где-то уже понятно, что будет какая-то сложная ситуация. И каждый думает, что кто-то пытается за кого-то засунуть. Ну, вот дополнительных бюллетеней, написать дополнительных бюллетеней. Мы все понимаем. Да, и кто-то думает, что будут писать там за Краснопуза, кто-то за Ядросини, кто-то еще за кого-то. Действительно, такое может быть. А, потому что все хотят победить. Но вы знаете, она даже стала касаться наших профессиональных качеств. Да. Как мы это было. Коллеги, она нас даже вы, не у нас с вами нет профессиональных качеств, здесь все любители. Профессиональные качества только у троих в тике. У троих в тике. Москаленко, да, да. Татьяна Васильевна, там, а, нет, Александр Петрович и Анастасия Алексеевна. Но, вот, но на факту, факту, что да. вы бессовестные, вы нахалки. Это что это такое? Она в дочери вот, педагогии. Смотрите, устройство, вот это устройство, пусть да, пишет. Оно стоит немного денег. Да, ну, у вас здесь где-то должно быть, да, такое устройство. Это пишет, вот такое устройство приносите, тут где у вас наблюдатели с телефоном. Хотите видеть трансляцию, хотите, пишите. Подходите к сотрудникам полиции. У вас есть право составления административных протоколов. Даже если вы считаете, что ЧСГ, наблюдатель, превышает полномочия, хорошо, вы пишете заявление, составляете, в конце концов, протокол. Да, вы его не можете удалить, только по решению суда. Но вы составили раз протокол, два протокола. Как только начинается вот это, а, ты туда-сюда, поди сюда, все, это вот доходит вот до такого. Ну, поверьте, не мы это начали. Что она, я сейчас вызову полицию. Еще раз, я даже не буду сейчас разбираться, кто из вас прав. Да, у нас, у меня не виноватых нет, у меня виноваты все. Вот. Давайте так, смотрите. Да. Если она бы пришла бы и сказала, там, вот по-хорошему, понимаете, вот как вы пришли, да. как вы пришли. Слушай, я 9 лет режим шатаю, вы вот что? Вот вы, как вы пришли, и все нормально. Да почему она... Вы прям бальзам на руку. Нет, мне главное, чтобы не упал. Мы с ней уже и так, и сяк, и куда нормально, чтобы были отношения. Хорошо. Сейчас надо эти перекладывать, акт да. у нас есть, определяйтесь, куда вы будете убирать, иначе мы до 22 да. завтрашнего дня не сдадимся. Угу. Наблюдатели не используем, только ЧСГ максимум, наблюдателям нельзя. Да. Наблюдатели, да, наблюдают, да, наблюдатели. Да. Ну, там четко прописано полномочия, поэтому да. У нас просто были случаи, когда и наблюдатели лезли. Рисковать не стоит здоровьем. Да. Так, торжественно, аккуратненько, торжественно делаем все. Да. Ну, вы можете хотя бы, да, начать, да, торжественно. Да. И выгребаем, да. Да, то есть надо нагнуть и, соответственно, выгребать. Мы тоже производили вчера. Да, давайте. Процедуру. Чуть-чуть можно им как-то, да, помочь, вот немножечко, да. Ага. Тихо, не трясем, да. Да. Так, доложите, какие наши успехи. Мы, да, мы вынули все из двух ящиков, разложили по типам, значит, выборов.
Иванцева уехала. Теперь начинаем отсчет сортировать бюллетени. Тихо, у нас председатель есть, да? Итак, УИК 2370. Финальный рывок. Последний просчет. Время 20 минут 4. Комиссия в боевом настроении. Я думаю, еще немножечко, и мы сведем цифры. Спокойно, спокойно, девчонки, собрались. Пока КПРФ «Единая Россия» идут ноздря в ноздрю. Единственный кандидат депутаты Фетисов с немного большим отрывом набирает на этом избирательном участке. Выполнили. Вот мы показываем, что работу мы выполнили. Сейчас все зависит от того, удастся ли председателю внести те цифры, которые мы получили, и чтобы, как говорится, благодаря нам и Владимиру Владимировичу они сошлись. А я думаю, что они сойдутся, если председатель правильно их внесет. Вот. Если контрольные суммы пойдут, вопросов нет. Даже если у нас что-то где-то пропало, мы сейчас, значит, сделаем. Давайте пожелаем, чтобы у председателя все получилось. Все. Время у нас? Сколько сейчас? 54. Без 15. Без 15 4? Да. Ну, это ерунда. Это ерунда. Это, я считаю, нормалек. Да, поэтому плавно переходим в рабочий понедельник. Включаемся в график. Вспоминаем, какие у нас на сегодня поставленные задачи. Кому-то поспать, кому-то выполнять задачи. Соответственно, поднимать родину с колен. Учить этих оболтусов бестолковых, которые только кнопками, вот и никакими пальцами в телефон только тыкать могут. А вот у нас хорошие дети. А кто сомневается, я думаю, они шустрее, чем мы будут в любом случае. Так что ждем, что у председателя все получится. Долго ждешь? Все ждем. А что такая буйная-то опять? Ты что, страх потерял? Я? Да. Что за страх? Завещание составил. Какое? Не знаю. Твое, что ли? Ну, будешь бузить мне? Чего сказал? Выйдешь с участка. Сам иди отсюда. Еще раз сказал, не бузи. Иди отсюда. Сядь на место. Ты что? Выйди отсюда. Ты кто? Мальчик. Я член территориальной избирательной комиссии. И я. Только окружный. Серьезно? Да. Свободен. Еще. Бузишь ты. Засохни, промокашка. Слышь, дура. Так, ребят, ты что здесь пришли? Я не знаю, какой-то недоношенный приперся. Нет, я не знаю, кто. У нас все уже завершено. У нас завершено, да. Полицию вызывайте. Пусть. Тем более, вот, да, забираем. Камера работает. Кто почему ее пустили после 8 после записи? Вот ко мне не обращайтесь, Что нам глаза-то здесь устраивают? Вообще непонятно. Ты не знаешь, бандиты какие-то, ну, припрутся. Фулюганят. Бандиты припрутся и фулюганят. Да я не знаю, кто это. Как он представился? Он член территориальной избирательной комиссии с тщательным голосом от одного из депутатов, которого зовут Максимович. А зачем все зачем нам нужно? У нас уже все закончилось. Не знаю, зачем он тут нужен. Извини, у нас уже был. От Максимовича, член комиссии. От Максимовича, член комиссии. Надо мне базар устраивать.
Вот такой у кандидата член комиссии. Кто это? Сереж Зеленский. Наверное, хочет помочь нам, как-то почитать результаты, подвести. Да, да. Сейчас, может, правильно нам поможет посчитать, да, и нужный результат получить. Не надо ничего обострять ситуацию. А, я не обостряю. Он пришел обострять. Да. Да? Это он обостряет, не я. Но он пришел обострять, конечно. Нет, то и мы записываем, конечно. Вы чтобы новое привезли, все распечатали, уладили уже. А то вот этот провокатор там только идет, придет заморочить до 7 утра. Нет? Посчитали, посчитали, сдали. Ой, нас означали. А у этой, кроме хайпа, в башке ничего нет. Она же как шизанутая была, так и осталась. Вот. Люди отработали. Понял, да? Посчитали, где себя, все. Людям завтра нужно на работу. У нас человек, который не работает, на печеньке Госдепа живет. А остальные все работают, к счастью. Он немножечко того, он не в Минько. Мы никак не будем. Зачем мы опять скандал сделали? Вот такие усталые. Пришли скандал первый. Вот Дарья Леева, вот мне сегодня 8 часов у меня рупинг начнутся, а я сижу здесь. Она тут по твоей вине, Сереженька. По твоей. Мы приехали, привезли, мы все устранили. Так председатель поехал же. Это кошмар какой-то. Вот он кошмар. Нет, вот. Абсолютно. Мы очень даже... Мы не считаем ее кошмаром. Как раз если бы этот человек не приехал... Когда она приехала, все разорвалось здесь. Че, да, нет, серьезно, на самом деле. Слопал. Нет, на самом деле. Нет, не надо. Нет, не надо там застрять. Просто дело не в этом. Она стала. Конечно. Не знаю, эту конечно. Даму, которая здесь сидела. Она скандала всех. Ну, слава богу, нет, я только за. Там все все знают, все делают. Но только в 4 утра ничего не сделают. А люди почему-то страдают. Вот как бы вот такой у вас у кандидата Максимовича член комиссии. А потом еще будем голосовать. За кого голосовать? Ну, такое слышать? Да не все голосовать надо. Сейчас. Ну, за него уже выложили. Повернулся, сказал, что вы все в бане. Ну, трогали, все, делайте, что хотите. Сидит. Понимаете, демонстрация тут же. Мы уже так устали, что хотим спать. Нет, мы хотим есть, спать и домой. Мы бодры. А мы, пардон, мы бодры, мы веселы. А, сейчас они нам просто сейчас, я так напишу. Девочки, внимание, собрались. Надо там как-то дойти, куда-то показать. Камера. Вот, да, камера. Внимание. Окончание голосования. 2540. 100 бюллетеней получено в участковой комиссии. 2150. Число избирательных бюллетеней выбрано в избирательных. 0. Число избирательных бюллетеней выдано в участковой избирательной комиссии, избирательное помещение для голосования, голосование 198. Число избирательных бюллетеней выдано в участковой избирательной комиссии, голосование 14. Число
погашенных избирательных бюллетеней 1838. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 15 ящиках для голосования, 14. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования, 698. Число недействительных бюллетеней 44. Число действительных бюллетеней 668. Число утраченных 0. Число избирательных бюллетеней 14. Абрамов, можно без этих, без имен? Да. 14. Бедыренко, 15. Бондаренко, 75. Драндова, 26. Иванюженко, 176. Молева, 11. Пенкин, 12. Семенов, 7. Петитов, 217. Филиппова, 14. Павланов, 33. Сведения. Так, так. Все. Подписываем. Если у членов комиссии нет возражений по результатам, то подписываем протокол. Наша торжественная часть подходит к концу. Спасибо всем, что участвовали. Давайте сейчас следующий будет. Сейчас. Девочки подпишут. Сейчас мы быстренько остальные. Торжественная часть, да. Девочки, внимательно подписываем, внимательно. Ну, ладно. Так, зачем я написала протокол? Что там? Привет, от выдачи доверенных копий протокола написала на всех. Сейчас придется переписывать. А, напишем, ушел. Можно так написать? Можно. Нет, там, смотрите, если кого-то нет, мы просто не расписываем прочерк, ставим и все. У нас же кто-то отошел, правильно я понимаю? Подписываются только, естественно, те, кто есть. Кого нет, просто прочерк ставим и все. Да. Так, все удалось. Продолжаем. Избирателям помещения для голосования в день голосования 705. Число избирателей, проголосовавших вне помещения в день голосования 14. Число погашенных 1831. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 15 ящиках для голосования 14. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 705. Число недействительных 26. Число действительных 693. Утраченных 0. Избирательных бюллетеней, неучтенных 0. Партии КПРФ 208, партия Российской экологической партии «Зеленый» 9, ЛДПР 84, «Новые люди» 49, «Единая Россия» 215, «Россия за Россию за право» 63, Российская объединенная демократическая партия «Яблоко» 9, партия «Роста» 1, Российская партия «Свобода справедливости» 6, Коммунистическая партия «Коммунисты России» 6, Гражданская платформа 2, Зеленая альтернатива 7, Российская политическая партия «Родина» 10, партия пенсионеров 24. Возражения есть по протоколу кого-нибудь? Нет, возражений подписано. Второй протокол. Хлорка, что ли? Хлорка промывает, да? Хлорка промывает. Да, да. Наводим порядок, сейчас детишки придут. Да. На минуточку прекращаем там. Так, пожалуйста.
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавших не в помещении 14. Число погашенных 1846. Число бюллетеней, содержащихся 15 ящиков при голосовании 14. Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 690. Число недействительных 63. Число действительных 641. Неучтенных 0. Так, Андрей 196, Бобров 33, Бондаренко 72, Зазуля 65, Козлов 34, Максимович 197, Торчак 32, Хвингия 12. Претензий нету? Подписываем. Заранее не поздравляю, ну так, если все получится, как бы так вот, ну по-дружески, да, на удачу. Да. Да. Агенты. А, ну я-то точно иностранный агент, к лапке не ходи. Хотя я, конечно, убежденный коммунист. Но, как и наш великий Ленин, люблю делать революцию, естественно, на иностранные деньги. Да. Это хорошее. Да. Зачем я на свои буду делать деньги революцию, если лучше на иностранные? GoPro это сейчас практически у всех такие. Да, это мне делали, да, потому что я принесли. Ну, что я делаю? Вот эти копии. Может, фотки? Да, ты у меня там выдал. Да. А, вам тоже нужны... Да, мне нужно пересылать. Да. Мне точно не надо, вот кандидат, не знаю, попросит или нет. Попросит, да. Мне не надо, мне копия не нужна. А, получить за своего направленного члена комиссии? Я думаю, да, он раз. Не переписывать. Хорошо.